И сегодня я вам покажу и расскажу про клип, в котором я снималась. 19 октября, как раз на мой день рождения, состоялась премьера клипа группы «Мозги», в состав которого входит Потап, Позитив и дядя Ваня. Песня называется «Полюбэк». За сюжетом видеоклипа действие происходит в далеком 2225 году, когда про Потапа и его творчество рассказывают детям в городском музее. Там я и снялась. Меня, конечно, не очень видно, но те, кто меня знают, находят меня. На видео девочка с большим рыжим хвостом – это я. Также на съемках этого клипа я познакомилась с сыном Потапом, Андреем, и попала в его видеоблог. А как все происходило, можете посмотреть мое видео. Уже на третьем дне съемок группы «Мозги». Как вы все знаете, я папа Андрея, я в этой группе один из певцов. Ну, вот. А у тебя будет очень интересная роль. Вы окажетесь в будущем, лет на 50 вперед, вот, в котором рассматривать группу «Мозги» будут школьники уже как будто она уже закончилась, как будто уже 2050 год, как будто никого из нас уже нету. Вот, а ты один из главных героев, у тебя прекрасная, замечательная команда поддержки, молодые актеры и актрисы. Вот. Вот, но самое интересное вас ждет впереди. Смотрите клип. Причесали на концы. Как я буду? Там, короче, тетя так одели такой вот костюм. Оно все радугой так переливается. Нет. Такой костюм, как шлем. Реально, из этого можно было делать хвост русалки. Он такой красивый был. Серебристый. Кого что? Хвост русалки? Там фотографируй. Ты видишь? Поставьте лайк. Еще один. Вот это. Смотри, карман сюда. У меня карманов нет. Где нормально? Вот у меня пускай.
еще один. Ты круто, давай я сфоткаю. Давай я сфоткаю. Давай. Это не юбка, это шорт. Где они? Они пора сбегать. Где твоя еще? У нас шорт сейчас. О, круто, давайте, давайте. Ребята, если вы будете постить, не, мы просто для себя. Это секретный проект после выхода клипа. Хорошо, это очень важно. Мы постим, да. Учительницу можно повернуть? Учительницу можно повернуть? Смотрите, детвор. Не кривись. Потап. Можешь, чешай, или пока.
это мясо Потапа. Это мясо Потапа. Не знаю, скажи, актеры кушают. А кто? Мы едим мясо Потапа. Да. А морковка? А морковка Да, он играет старик молодец. Ему борода и морщины сделали. Да? Все большие молодцы. И обязательно подписывайтесь на канал Снежок Снежок. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.